Разбираемся, сколько и как варить яйца для идеальной консистенции. Вкрутую, в мешочек, в смятку и яйцо пашот. Перед варкой яиц их необходимо подготовить. Достать из холодильника за 40-60 минут, чтобы они стали комнатной температуры. И обязательно промыть. Чтобы сварить яйцо вкрутую, нужно закипятить воду, добавить немного соли и аккуратно с помощью ложки опустить каждое яйцо комнатной температуры в горячую воду. Если все сделано верно, яичная скорлупа останется целой при варке. Поставить таймер на 10-11 минут и в слабо кипящей воде проварить яйца. Положить яйца в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Отваренные яйца в подсоленной воде отлично чистятся от скорлупы. По такому способу яйца вкрутую остаются с красивым желтым желтком. У него нет темного или зеленого оттенка. Белок идеально сварен. Если сократить время варки на 2 минуты и варить яйца 8 минут, по такому способу желток будет слегка мягким и не таким сухим. Яйца в мешочек варятся намного быстрее, и тут важна каждая минута, чтобы желток остался жидким, а белок был полностью готов. В сотейник с водой комнатной температуры нужно опустить яйца, поставить его на огонь, накрыв крышкой. Как только вода начнет закипать, яйца будут слегка постукивать по дну сотейника, сразу необходимо выключить плиту. Поставить таймер на 3-3,5 минуты. И оставить на это время яйца в горячей воде. Затем достать яйца, переложить в холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Яйца в мешочек лучше есть теплыми, чтобы желток не застывал. Так они будут самыми вкусными. Сварить яйцо в смятку не всегда получается с первого раза, ведь тут каждая секунда на счету. Положить подготовленное яйцо в небольшую кастрюлю или сотейник. Накрыть сотейник крышкой. Довести воду с яйцом до кипения и сразу выключить огонь. Засечь 2-2,5 минуты. Если яйцо маленькое, лучше 2. Оставить на это время яйцо в горячей воде. Как только время вышло, переложить яйцо в холодную воду. Дать яйцу охладиться 1 минуту. И после его можно уже есть. Яйцо в смятку получается идеальной консистенции, с жидким желтком и нежным белком. Чтобы сварить идеальное яйцо пашот, нужно знать небольшие тонкости. Первое. Вбить сырое яйцо в ситечко на 20-30 секунд. Так уйдет небольшая часть жидкого белка. И яйцо при варке будет иметь красивую форму, без белковых нитей в воде. Переложите сырое яйцо из ситечка в маленькую удобную мисочку. Затем нужно довести сотейник с водой до кипения. Влить кипящую воду 1 столовую ложку уксуса. Убрать огонь до минимума. В воде должны быть только лишь мелкие пузыри от слабого кипения. Сделать в воде воронку и аккуратно влить сырое яйцо. Опустить миску с сырым яйцом максимально низко к воде. Воронка от воды закрутит свежее яйцо и придаст ему красивую форму. Поставить таймер или секундомер. Варить яйцо нужно 3 минуты на слабом огне. Если яйцо крупное, можно увеличить время до 3,5-4 минут. Вода не должна активно кипеть во время пашарования, это нужно помнить. Достать яйцо шумовкой по истечению времени. Переложить готовое яйцо пашот в емкость с холодной водой, чтобы остановить процесс пашарования и смыть уксус. Готовое яйцо пашот должно быть жидким желтком и хорошо проваренным белком. В любом способе приготовления яиц обязательно должен быть навык. Пробуйте, и у вас все получится. По ссылке в описании вы найдете подробные инструкции, а также 3 подарка. Сезонное меню на неделю, приглашение на бесплатный вебинар и 101 карточку с рецептами для планирования меню. Загляните в описание, подарки вас ждут.